Для приготовления низкокалорийных куриных наггетсов нам понадобится: сыр твердый 100 грамм, филе куриное 700 грамм, отруби ржаные 50 грамм, йогурт натуральный 120 грамм, специи для курицы, соль, перец. Куриное филе нарезаем на порционные кусочки. Добавляем к куриному филе натуральный йогурт, специи, соль, перец и хорошенько перемешиваем. Сыр натираем на мелкой терке и смешиваем с отрубями. Затем обваливаем каждый кусочек приготовленной панировки. Выкладываем кусочки куриного филе на противень. Запекаем при температуре 180 градусов 20-25 минут. Домашние наггетсы готовы. Всем приятного аппетита!